Слышно? Напишите. Десяточки поставьте. Представлюсь, меня зовут Дворянкин Дмитрий. Я из города Пенза, мне 24 года. На сегодняшний день являюсь консультантом 6%. Напишите, из какого вы города? Сегодня вам расскажу, дам ответы на 5 основных вопросов. В чем смысл бизнеса? Откуда берутся деньги? Кто вам будет помогать? И что вы получите в результате? Вот вижу Армавир, Гулькевичи, Пенза, Уфа. Огромная география на самом деле. Давайте рассмотрим, что нам предлагает государство. Государство предлагает нам жизнь по шаблону. Детский сад, школа. Все маленькие, не зарабатывают, не работают, денег нет. Дальше мы идем в институт. Но опять же, здесь денег нет. Некоторые студенты ищут подработку, но на высокооплачиваемую работу не берут. Стипендия маленькая, также денег нет. Дальше устраиваемся на работу. Вроде и зарабатываем, но все деньги уходят на семью, на ипотеку, на машину, на коммунальные услуги. Тратится здоровье на работе. В результате денег нет. Затем пенсия. Опять же, пенсия маленькая, еле хватает сводить концы с концами. Как же вырваться из этого порочного круга? Какие возможности предоставляет нам интернет? 85% российских интернет-пользователей делали покупки в интернет. 43% из них делают их регулярно. Интернет предоставляет нам такие удобные сервисы, как оплата ЖКХ, оплата штрафов ГИБДД, оплата ЖД и авиабилетов, покупка различных товаров, денежные переводы, оплата госуслуг, оплата кредитов и многое-многое другое. И это все не выходя из дома. Как же создать бизнес? Есть несколько вариантов создания бизнеса. Разработать собственную систему, например, открыть магазин. Но для этого вам потребуется арендовать площадь, нанять продавцов, закупить товары и многое другое. Это подразумевает большие капиталовложения. Можно же купить готовый бизнес, купить франшизу. Но стоимость франшизы от 1 миллиона рублей до нескольких миллионов долларов. И мало у кого есть такие средства. В чем же заключается цель создания любого бизнеса? Цель бизнеса – это создание товарооборотов, независимо от того, продается товар или услуга. В любом бизнесе продвигаются товары или услуги. Чем больше товары и услуги пользуются спросом у огромного количества людей, тем больше прибыль. Есть еще вариант стать частью готовой системы, и эту возможность предоставляет нам компания Reflame. Почему мы выбираем именно компанию Reflame? Во-первых, возраст компании. Уже 50 лет на рынке. Масштабность. Компания работает в 60 странах мира. Товарооборот. Более 1,5 миллиарда евро. Собственные производственные фабрики и исследовательские центры. Это гарантирует высокое качество продукции, раскрученный бренд. Компанию Reflame все знают, и никому не надо объяснять, что это за продукция, что за компания. Товары повседневного спроса. Товары, которые имеют свойство заканчиваться, и люди приобретают их снова и снова. Официальный доход проводится через банк. Нет финансовых вложений, ведь мы покупаем продукцию для себя. Если мы идем в Магнит Косметик и покупаем для себя шампунь или зубную пасту, то мы не считаем это финансовым вложением. Также и здесь.
ассортимент более 1500 наименований. Скидка от 20 до 50% на весь ассортимент продукции. 17 зарплат в году, каждые 3 недели. Это даже не 12 и не 13 зарплат, как предлагает нам государство. Также возможность путешествий за счет компании. Менеджерские конференции, директорские. Готовая бизнес-система. Стоимость франшизы всего 149 рублей. Ну или же бесплатно. При заказе от 1000 рублей. Первые 3 дня после регистрации. Что такое Oriflame сегодня? Это бизнес в ноутбуке или даже в смартфоне. Вы не привязаны территориально к бизнесу. Вы можете работать там, где есть интернет. Также вы сами устанавливаете себе рамки, когда работать, а когда отдыхать. Сами определяете свой уровень дохода и можете его планировать. Дистанционное обучение, не выходя из дома. Что нам дает компания? По сути, Oriflame – это глобальный интернет-магазин. Каждый партнер после регистрации получает в свое пользование филиал интернет-магазина. Легально, официально, надежно. В этом магазине доступны цены. Каждый человек может подобрать себе товар по своему кошельку. Высокое качество продукции. Раскрученный бренд. Опять же скажу, что компанию все знают. Никому не надо рассказывать. Доставка практически во все регионы России и СНГ. Сертифицированная продукция. В России отменили обязательную сертификацию косметических средств, но тем не менее компания Oriflame сертифицирует свою продукцию. И огромный ассортимент. В чем же заключается наша задача? Как и в любом бизнесе, наша задача заключается в создании товарооборота большим количеством потребителей. В компании Oriflame люди сами покупают нужные им продукты. Отсюда и образуется товарооборот. Ваша задача – лишь обучать и организовывать этот процесс. Как же все-таки создать товарооборот? Нужно начать с себя. Нужно сменить свой привычный магазин, будь то Магнит Косметик, Фортун и различные другие, на магазин Oriflame. Что-то у вас заканчивается, купили в Oriflame. Тот же шампунь, зубная паста, зубная щетка и так далее. Также необходимо обучаться, посещать онлайн и офлайн мероприятия. У нас есть обучающий сайт. Кто не знает, сейчас я вам напишу ссылочку. А также канал YouTube, где выкладывается наше обучение. Всем новичкам необходимо прочитать 10 уроков на салфетках, а также просмотреть презентацию Сергея Гаглоева на нашем YouTube-канале. Также нам необходимо создавать поток людей. Напишите, кто пользуется соцсетями. Поставьте плюсики. В любом случае, вы в соцсетях общаетесь с людьми, ставите лайки, классы, оценки, оставляете комментарии, участвуете в обсуждениях. По сути, мы делаем то же самое, только тратим время не впустую, а ищем бизнес-партнеров. Какая же система работы у нас? Мы даем рекламу на различных площадках, получаем отклик заинтересованного человека, даем ему подробную информацию о компании, о нашем проекте, о возможностях компании Oriflame. Если человек принимает решение сотрудничать с нами, мы его регистрируем. Впоследствии мы его обучаем и сопровождаем. И все у нас повторяется по кругу.
доходы компании. В этой таблице представлены доходы на различных уровнях. Например, на уровне 3% доход составит 1000 рублей, на 6 – 1500 и так далее. С менеджерского уровня появляются премии по турборосту. Программа «Турборост» у нас заканчивает действие в 4-м каталоге. Поэтому, если хотите принять в ней участие, необходимо выйти на уровень 9% и выше. Также по маркетинг-плану у нас есть премии, начиная с директорского звания, от 1000 долларов. Напишите, на какой уровень вы хотели бы выйти. Компания Reflame нам предоставляет программы поддержки партнеров, такие как Premier Club для консультантов, также акции различные. Для менеджеров программа Турборост, менеджерские конференции. Для директоров это программы «Мой автомобиль», конференции и банкеты. Что же мы получим в результате? Мы получаем успешный бизнес, который можно передать детям по наследству. Путешествия, личностный рост и карьерный рост. Постоянно растущий доход. Пассивный доход в перспективе. Признание от компаний и партнеров по бизнесу за ваш успех. Также работа в позитивной команде, где никто не подсидит вас. Все будут рады за ваши успехи. Также льготное авто. Что же будет нам помогать? Во-первых, нам будет помогать компания-партнер, компания Reflame. Также будет нам помогать наш спонсор, человек, который нас пригласил. Также он будет нас и обучать. Также нам будут помогать скайп-чаты, в которых осуществляется поддержка партнеров 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если вы приняли положительное решение, обратитесь к человеку, который вас пригласил, и заполните регистрационную форму. Познакомьтесь с вышестоящим директором. Активируйте ваш личный кабинет, разместив любой заказ, комфортный для вас. Получите и выполните первые инструкции от человека, который вас пригласил. Ежедневно будьте на связи. Ведь если вы не на связи и не задаете вопросы спонсору, то спонсор не сможет вам дать всю информацию. Спонсор работает только с активными людьми. Посещайте все обучающие вебинары и ВВО. У меня все. Спасибо за внимание.